Сегодня мы находимся на подворье Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря в местечке, которое известно многим нашим телезрителям, и называется оно Сумароково. Нас приветствует отец Сергий, настоятель этого места. Отец Сергий, первый такой вопрос. Я общаюсь с многими игуменами, игуменями монастырей, и они говорят о том, что вот то место, где они созидают, где они молятся, где они живут, это настоящее для них становится святая земля. Вот Сумароково стало для вас святой землей? Я думаю, что стало. И не только святой землей, но и родным домом. То, что очень часто, вот, когда ты выезжаешь куда-то по послушанию, говорят, куда поехал или откуда возвращаешься. Я говорю, домой возвращаюсь. То есть уже как бы дома, это здесь, на это место ассоциируется. Ну, потому что действительно... Монах, приходя в монастырь, приходит, как в родной дом возвращается. И хорошо, когда родной дом становится святой землей. Как говорил преподобный Серафим Саровский, да? Сиди в келье, там, не выходи никуда, не уходи вон, и вот тебе и Афон, и святая земля, и все, что... Там, ну, как-то он там в стихах как-то... Иерусалим и Афон носите в сердце свое. А, ну вот. Вот как-то такая трактовка. Да. Но у нас сейчас Великий пост, у вас ничего нет тривиального и типичного, и за некой такой изюминкой мы к вам и любим приезжать в Сумароково. Вот что сегодня готовим? И расскажите тогда, пожалуйста, ну, опять же, может быть, не тривиально, что такое суть поста и вообще для чего поститься? Ну, пост – это аскетическое упражнение, которое в определенный период своей жизни человек готов выполнить для того, чтобы оторвать себя от земного, и, может быть, хотя бы на шаг приблизиться к Богу. Конечно, не всегда получится то, что задумали, потому что мы планы намечаем одни, но реализуем совершенно другое. Поэтому это не надо переживать, не надо унывать, не надо отчаиваться, если вдруг захотел поститься, не получилось в телесном плане. Потому что пост – это не только воздержание от еды определенной, но это и духовное упражнение, которое человек выполняет в молитве, в добрых делах, делах милосердия, которые постом усиливаются и должны сопровождать пост. И вот если что-то не получается, унывать не надо, надо, так сказать, осознать и идти дальше. То есть, а то некоторые, знаете, вот я буду поститься там строго, в такой, там, а то вот воздерживаться, потом что-то не получилось, и все, поститься больше не буду. Хотя, может быть, еще 40 дней впереди поста. А Великий пост длится 48 дней. Великий пост, да, есть Четыредесятница 40 дней, и Страстная Седмица, которая присоединяется. Поэтому время большое, когда мы можем немножко хотя бы себя в чем-то ограничить, для того, чтобы увидеть свои греховные привязанности и увидеть, к чему нам, собственно, надо стремиться. А относительно того, что мы будем готовить суп. Суп очень простой. Вы знаете, опять же, время поста – это время, когда мы должны, свободное время, которое у нас освобождается, от, в том числе от кулинарных изысков, которые мы, может быть, в обычное время готовим, от пустого времяпрепровождения, посвятите Богу и ближним, то есть в молитве, в трудах, в делах милосердия. Поэтому мой принцип прост. Чем проще, тем лучше. И суп у нас будет простой. Суп с морепродуктами. Они уже вот готовы. Можно, в принципе, продаются в любом магазине. А морепродукты можно есть по воскресным дням, Великим постом. Поэтому это суп такого воскресного дня. Суп средиземноморский, с сельдереем и с нутом. Ну и с морепродуктами. Томатный суп. Ну вот он уже, да. Все у нас уже нут консервированный, отварной. Можно купить и самому отварить. Это морепродукты готовы, оливки добавим в конце. А вначале мы делаем пережарку, обжарку прямо в сотейнике или в кастрюле, которую будем готовить, сельдерей и лук-порей. И чеснок я порежу. Предлагаю вам вот лук-порей начать. Мелко? Ну, так, кольцами. Кольцами? Кольцами, да. Я вставлю кастрюлю для того, чтобы она обжарилась. Наливаем оливковое масло, можно обычное масло, кто как любит. Ну, если Средиземноморье, то оливковую уж. Так, а я сельдерей-то порежу. Ну, еще раз говорю, что не надо все зацикливать на еде. Хотя у нас и передача «Кулинарное паломничество». Но мы должны понимать, что в период поста о еде думать вообще не надо. То есть, если мы думаем о еде, значит, смысл поста проходит мимо нас. То есть, надо думать о своей душе. О том, опять же... Как же думать-то, если все время не думаете? Если все время хочется кушать, да? Ну, вот понуждать себя и видеть, что к чему мы, собственно, привязаны. Материальному, что рано или поздно все равно придется здесь оставить, или к нематериальному, и к материальному относиться, собственно, как к средству, которое помогает нам духовно совершенствоваться.
Ну, это, конечно, непросто, но все возможно с Богом. И для этого, конечно же, опять же, воздерживаясь от пищи, мы должны стараться чаще храм посещать, стараться участвовать в богослужениях, а богослужения особые Великим постом, и каждый воскресный день он особому событию посвящен или святому, который вспоминается, как пример следования за Христом и духовных подвигов, которых он нес. Ну да, такая весна всегда вот в памяти еще из детства. Весна духовная. Да, да, да. Как это, какое у вас самое любимое такое песнопение это великопостное? Ну, «Покаяние от двери отверзями», которое поется и на подготовительстве. Я забрашиваю. Все, давайте. Лук и чесночковый тогда. Вот сейчас порежете. 5 минут мы обжариваем, после этого добавим томатную пасту. В воскресные дни служится литургия Василия Великого, которая всего несколько раз в году совершается. Но большинство из этих случаев как раз на период Великого Поста приходится. Но на буднях служится литургия Пресвященных Даров, которые, кстати, мало, может быть, кто из... Да, очень красивая знает, служба, да, да. Но это действительно то, которое хотя бы раз в постом надо обязательно посетить. Она служится по средам, пятницам, ну или там дни, когда памяти святых выпадают, которым особо почитаемые, тоже можно совершать литургию. Ну, отец Сергий, вы раньше Великим постом всегда отправлялись в паломничество. Вот последние годы из-за ситуации это не получается. А вот как по поводу поездок великопостных? И как вы заменяете теперь эти паломничества? Да, действительно, реальные? Паломничество. Мы ездили на Святую Землю, это очень нравилось, потому что все события евангельские, которые вспоминаются... Может, еще? Нет, это оставьте. Которые вспоминаются и готовят нас к празднику Святой Пасхи, они как бы перед глазами нашими проходят. Это действительно очень было интересно и в таком духовно... важно для тех, кто участвовал. И многие, когда возвращались, к Страстной Седмице подходили, Страстной неделе, они говорили о том, что вот по-другому уже переживают. Мир менялся. Да, и вот это Евангелие, которые озвучивались, и ну, Страстных дней, и Пасха, по-другому воспринималось. Это было важно. Но паломничество можно совершать не только к святыням Иерусалима, Святой Земли, но и... не знаю, к другим святыням христианским, в том числе у нас в России. Если мы сейчас как-то за границу ограничены выезды, то в России мы можем, и у нас есть Новый Иерусалим. Конечно, является подобием неким, но духовным символом того Иерусалима. И вот как раз он создавался в 17 веке, когда наши соотечественники только единицы могли добраться до Святой Земли, и чтобы вот другие могли бы вот это ощутить, тот духовный прилив и ту, не знаю, божественную благодать, которая... настоящему Иерусалиму сопутствует. Вот здесь у нас, на Руси, как раз и был он построен. Сейчас, слава Богу, восстановлен. Но недалеко от нас находится. И многие, кстати, приезжают с Самарокова или к нам, когда едут, заезжают в Новый Иерусалим, или от нас. Я даже рекомендую, говорю, обязательно заедьте. Только было все благодарственные отзывы потом. Но это вообще великая мысль патриарха Никона. Давайте добавим томатную пасту, а то у нас перед. И вот как раз ему принадлежит вот это создание наших Палестин. Да? И только в нашем языке вот это понятие «наши Палестины», как раз связанное с Новым Иерусалимом. 5 минут вот сейчас томатной пасты. Мы добавим сразу перец и соль. Ну, сколько тут... поперчили, посолили. Еще у нас есть такая приправа, называется наша вегета, ну, домашняя. То есть мы сами летом, у нас есть огород небольшой, мы заготавливаем здесь и перец, и томаты, и базилик, и зелень какая-то сушеная. То есть это свое производство? Свое, да, я предлагаю сюда же тоже все это положить. Это побольше можно не жалеть, то что... Красота. Ну, свое вкусное, полезное уже, так, проверенное. Сейчас вот буквально 2 минутки, и мы зальем кипятком. Потом все добавляем. Нут 10 минут варится. И буквально на 2-3 минуты, чтобы прокипело, только оливки и морепродукты. Не режем? Нет, я думаю. Целиком? Зачем? Целиком. А напополам, может Нет. быть? Ну, если хотите, порежьте. Будет фигурная у вас такая. Так, это готово. Заливаем кипятком. Можно бульоном залить, овощным. Тут у нас Великий пост. Залили. Добавляем нут. Кстати, вы знаете, очень полезная белковая пища постом. Знаю. Потому что не хватает белка животного происхождения. Можно заменить растительными.
бобовые или ореховые, представительство семейства ореховых. Ну, поэтому кто что любит, если ограничений нет, то пожалуйста. Но многие приезжают в паломничество к нам Великим постом и вообще постами. То есть люди совершают этот духовный подвиг, духовное как бы упражнение, совершают паломничество и к нам в Сумароково. А у нас есть что посмотреть, есть к чему приобщиться, у каких святынь помолиться. Ну, наши телезрители знают. Постоянные. Что, постоянные, да. Те, кто, может быть, первый раз смотрит, мы для них немножко расскажем, что у нас два храма в честь святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, и деревянный храм в честь иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет». Но редкое такое посвящение. Да, «Неувядаемый цвет», да, он новый храм, ну, 10 лет уже был как построен, но действительно удивительным и уникальным, потому что он сделан не просто в стиле 17 века, но даже теми инструментами, которыми работали в 17 веке, и интерьер, и внешний, он, собственно, как будто мы окажемся в 17 веке. Очень красивый. Очень храм, красивый. Очень и самое главное, что там есть великая святыня, икона «Неувядаемый цвет», который люди молятся и получают просимое, в том числе в каких-то нуждах, семейных проблемах, в деторождении. Такие свидетельства у нас есть. Ну, в исцелении от каких-то душевных и физических болезней. А в каменном храме у нас ковчег с мощами святого Иоанна Предтечи. Тоже редко для нас. Это из Греции дар уже, наверное, лет 6 назад был. 7, наверное, даже. Ну, давайте отправлять. Да, давайте добавляем морепродукты. Но обязательно, чтобы это все потом прокипело. Иначе, хотя если у вас большая семья, то это быстренько все может съесться. Да, да, давайте. Так, держите. Все, надо 5 минут, пускай варится. Ну все, запах уже чувствуется, аромат пошел. Прямо средиземноморский, да? Конечно. Ну что, давайте. Суп готов. Тарелочку. Я говорю, что там самый хороший принцип – это что просто и быстро. Потому что службы длинные Великим постом, особо готовить на подворье некому и некогда. Поэтому можно прийти буквально за, не знаю, 30 минут все это сварить. И сытно, и вкусно, и полезно. Сытно, вкусно, да. И ну, вид прекрасный. Конечно, была бы сметаночка, если бы не пост, можно добавить, и получается еще более прекрасно. Желаю, чтобы к Пасхе Христовой мы подошли осознанно, достойно и с чувством смирения перед величием Божиим. А радость пускай всегда в нашем сердце пребывает. Ну, пробуйте. Да, очень горячий, боюсь. Я думаю, что это вкусно. И потом один из принципов великопостного, да, времени. Смотри в свою тарелку. Да, ну и надо благословить, а то как-то мы... Боже благословение. Вы тоже попробуйте. Да, да. Ну, чудесно. Неожиданно вкусно. Ну, вы уже это ожидали. Ну, конечно. Прекрасно. А мы прощаемся с вами, говорим до свидания, в надежде, что обязательно увидимся через неделю, где будет новое место и новый рецепт.